Так лучше вообще на полу не давать, я думаю. Это было О, в принципе, у нас же была танкерная позиция. Крикните, когда там будет эфиры. Зайди мне метку, что Ваня укусил нормально. Я подбуду. Как вам такое? Продайте же. Не надо. Блин, протопал, забери Бары, на себя. Блядь, съебите отсюда с центра. Забери на себя, я случайно этого бладыка укусил, короче. Теперь давайте. Рано еще, нет? Да нет. Да рано еще. 15 лям, куда рано. Да, потом уже поздно будет. Да можешь давать, в принципе. А зачем вообще тут дается эта гера? Может ее на трэше лучше давать? Копье. Ну ты почти угадал, бой. Тапки нам уже вынганул, да? Бесплатно. Да ты же сказал бесплатно, хуй. Так я расплюю, хуй.
Хильте, хильте, умираю. Хильте, Ваня. Хильте, Ваня. Выманите их сюда, и мы вам поможем. На следующий оставляй. Я бы потанчил бы. В порталах летать. Ну сколько там, три друида спекнется, нормально. Главное, пусть жизнь свет стакают и разряжают. Ваня, забери мобов. Там войско. Так, стрессия надо забирать. Второй вар лет. Менее с него надо. ВК два дня не заходил, вчера такой зашел, смотрю, и Слава там уже доклад написал по Лагалону. План выполнен, Слава. Смысл эти слезы делать, когда сервер через полгода развалится? Да ничего не развалится, мне кажется. Развалится. Украина нападет на Россию и пойдет этот сервер сломает нахер. Каждый год говорят, что он там развалится через полгода. Ты говоришь, Олег? Ты тоже будешь нападать? Пусть им вход батальон кончу заспу, и все будет хорошо. Нападай, кунча заспа, это, короче, ваша Рублевка. Салом и картошкой. Единение народов. А, водочка. Не, слышишь? Нет, это не водка, я этим боярышником. Галлюциногенный хули. Читайте, что Пайпер в чате пишет. Да не, почитай.
Войдет, мне нужно отойти. Да, да, да. Эти порталы ачивки делаете. Ну. Там где-то я людей вайпнул. Надо было диван давать. Самое сложное — это наличие, ачивка. Ну там надо символ ставить на этот ЦПшка на увеличение радиуса на 5 метров. Давайте здесь этого чего сейчас сделаем. Возьмемся. Этих порталов там раздавайте, захерять 75%. А 25 гири она теряет здоровье? Что-то теряет, по идее должна терять. Ну, десятки гири точно теряют, заметно. Ну раз, давайте вышли, с чего в этом. Не бейте толстого, сейчас с него черви пойдут. Я излечилась, Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Какое кольцо лучше на Лайра? Это кольцо? Или стукло? Ну давай тогда мне. Вчера летели. А тебе зачем? Дальше соло или полено? Мне нужно кольцо. А ты кто по масти? Кем сидел?
Говорю себе. Пойду. Пойду чайник поставлю. Марит вторую пачку. А танк выйдет погулять? Капец, Серж, Селфиш, Баш, Конскьюрит, ну и все, остальные там только подошли, там Хаба, Мид. Подходите, давайте речи трэш сливать, а то что-то вообще охренели. Не говори. Танк тут недавно пришел только. Да это мобов танчик.
Пойдет, надеюсь, ты меня не кикнул. Кикнули, мы сейчас трэш добиваем сейчас. Я сейчас зайду. Меня выкинуло. Скажите, когда зайти? Да заходи, тебя кикнули все равно. Подходите наверх, там кто-то ему убирает, кто хочет захилить. Идите в комнату, там тех тоже захилите, чтобы их не бафать 20 раз. Ладно, дай патч, будь добр. У меня вроде ассиста нету. У кого там ассист? Нету. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные комнаты. Унесут ваши души. Слав, подходи. Что за будет гей? Что это за хуйня? Это я типа плюсанул рейд. На это как? Эй! Это я же обидеться могу, блять. Воин, да чего ты? Все нормально. Чего ты? На что обижаться? Я тебя хотел тебя обидеть, войдя, я бы сказал. Войд пи, а так он войд гей, так по-братски, братская любовь, заметил? Да, готов. Хаба вниз. Маг вниз.
забирать дры. Олег зашел. Он давно уже здесь. Сейчас спали. Сбивать, там ревно с тех пропит, если шо. Я именно нормально накидал здесь, да? Ну нет, вообще-то шипехан, ты нет. Да нет, ты как всегда в топе. Чё, на ул кидать ролл уже?
Не. Не. Я так останет трусы. Да я могу все трусы через нее вставить. Она последняя, в смысле, нормально. У тебя рога и кот, если два паладина, тебе хватает. Да, понял. Так эти шапешки еще бейте через взрыв, потому что один ретрик. Смерть, Артас, более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Прошмот, ДК, прошмот. Будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. ДК, только держи лицом в РДД зону. Да, он в курсе. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Thank you.
Диспел. Ой, в рейд вернулась. А все тут. Станьте ромбик. Кроба улетел, станьте ромбик. Скринение. Разливай лужу, нет лужи. Сейчас ближе к нам. Рекаунти. Трусах топ ДД.
А ты можешь его поменять? Можешь его поменять на меня? Отлично. Тогда захожу. Да ладно, он уже больше не заслакает, смысл уже его менять. Он слышит, понял. Нет, он не понял, ошибся. А. Давай поменяем его, Мида. Мид, давай, портал. Таларан, я зайду на мага потом. Всё, он уже устал, видишь, уже 22:32. Надо отдохнуть немного. Замени меня лучше. Не, протопола нет. Ладно, оставьте Мида. Ну, я тоже думаю. Если меня не чекает фулл ИП, то я могу уступить слот Олегу. Не, ну если ты ливаешь, то ты получишь только 1000 ЕП. Я никогда не ливаю. Давайте быстрее собирайтесь. Мне скоро уходить надо. Дайте порт в огне. Ладно. Есть у кого фласка на ДД? Ваня, у тебя символ гнева есть? Да, есть. Так что ты не станил по наступлением? Че не оставил? Может просто ДК лужи вкачаю? Да. Или шаман? Самое главное, это хаба. У нас хаба не ставил, ну, не разливал лужи. У нас три вальки. Ну, серьезно, ни разу не ставил, что ли? Первые, ну, да. Три волны валик не было. Первые шесть, наверное. Восемь первых, восемь не было. Давай видео посмотрим, да. Покажешь, что это ставил. Серьезно, первый раз первые три волны не было. Первый, я поставил третий раз, поставил далеко. И поставил вдали от звезды, поэтому там не сработала ловушка, и все, остальные все разы она срабатывала. Короче, я не знаю, что вы замедляли, но трусы, короче, постоянно я кидал оковы, там на видео можете посмотреть. На трусах было, на метках. Тебе быструю смерть. Пристынаешь. Треугольник я замедлял. Оковы. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной. В смысле? Я только сейчас узнал, что хаба не замедлил тех валик. Если бы я еще не среагировал бы раньше, то она бы улетела. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Thank you.
Раз РД капнул. Хан, притворись мертвым, пусть тебя этот трэш уйдет. Слава яйца. Ловушка стоит. Ставь под босса ее. Лужа, лужа. Блять, они за секунду пролетели, блять, 3 метра. Ловушка стоит. Сейчас гнев кто-то нажил. Всем спасибо. Да. Лужа, лужа, мерить. После валик сразу. Третья валькира и лужа. Я лужу не вижу. Три валика. А ты ловушку посмотри, мимо пролетели. Иди в центр, зачем? У него 42%. У нас БДК отвалился, ну, в смысле, немножко мертв. На пульте на точняка. Дайте по БДК. Ой, что ты говоришь? Ты ничего дельного не говоришь. Дайте пристабав лапу на БДК. Меня слышно, не?
слышно. У нас вар отвалился, можно вара резать. Ну, в смысле, умер. Да, да, быстрее резай, пока он тут. Каскюрит, резай быстрее вара. Там на платформе остался. Бейте духов, чё вы? Сейчас надо каплю дать. Мульти духа на ване. Лужа. Гильдаль, не бей духов, бей лича, что ты делаешь? Он отвалился с краю там на платформе, и уже не риснуть. Бейте духа в комнате. Вы пришли, чтобы вершить суд над Аркс, чтобы уничтожить короля Лича? Мы не должны оказаться во власти ледяной скорби, иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Копар. Вы шаманы дайте еще раз Геру подгулю, пожалуйста. На нее не действует, может не давать. Ну вот, я надеюсь, короче, если что. По сакру, бегите, бегите, бегите. Слышно меня? Там нормальная версия не будет.
после этой комнаты можно раздавать. Выдержу просил. Еще до пола. Могиль, да, это есть. Как поставь ауру на тьмы? По команде дашь сакру. Гера может. Через пять. Ну не так-то, если ставят, протестую. Но на опережение ставил ловушку, ну и люди криво стоят. Вали их уносит влево-вправо. Вот, мне ЕП сюда на рогу, я ушел. Давай. Что движет в нашем. Там еще откат. Ну что там дисконно, кстати, можно дофиг подать. 2 часа получается. Но уже 11, нихера себе. Нет, дофиг подряд. Не забывайте то, что Геру это на час позже начали собирать из-за нормы. Так, не, я ошибся по времени. Мой косяк. Кстати. Сурок не показатель. В пучину хаоса, Азерот пойдет от их рук. И... Блять, ну почему хат изумлять? Вы че, ребят? Ну, в этом рейде я сейчас по никам смотрю, 3 человека только нормально играют. Все. Где ты тут взял скиллово накинул? Кстати, так это на сроке был 260, 250, а то бы уже рейд, кстати, он получше был. Не, ну, хороший рейд тогда был. Где тотем ставили? Где шаман? Шаман тотем ставили? Нет на замедление. Не, смотри, а зачем вообще метки тогда ставятся? Почему все говорят за метку ставите? Я назад отпрыгиваю, ставлю ловушку прямо за метку, да? А если люди дикие стоят справа, ты должен ставить лича. Сука, я говорил тебе, под лича. Под лича, это давай обязательно. Давай, пожалуйста, ладно, парень. Окей? Чё ты окейкаешь? Блять, я тебе до этого еще в прошлом трае сказал. Под лича я лужи, не буду под ноги ставить, если шаман ставит тотем на замедление. Нахера мне под ноги ставить? Увидишь, они не ставят. Почему, блядь, ты не можешь они под ноги вижу. Поставить? Как я могу это увидеть? Блядь, почему ты не будешь ставить ловушку? Тебе впадло, что ли? Блядь, ты нет, дурак, что ли, я не понимаю? Я в контейме так говорил, что я издали ставлю. Кто тебе такое говорил? Почему, когда я играю за шманом, я не ставлю тату, не ГП, блин? Сейчас я отпрыгиваю назад, ставлю ловушку, и мне опять предъявы какие-то. Ну, потому что ты единственное неправильно ставишь ловушки, вот и все. Ну, ловушку нужно ставить под ноги, лечу, я не играю хантом, но ее нужно именно в ноги ставить, чтобы она прокнула, нет? И смысл, если шамановский тотем работает, и еще под ногами ловушка, смысл?
Валькирии уходят из ближнего радиуса, и все, они не замедляются. Смысл сейчас ставить тотем, если будет ловушка. Подумай сейчас, головой хорошо. Все должны максимально использовать свой класс. Значит, капот. Тут самый Айсфриз ГЦ. Нет ничего. Ливнул, значит, ливнул. Не надо, все. Не надо ни за кем бегать. В рейде должны играть на рейд, а не каждый сам за себя, вот эти мысли. А я не буду ставить, потому что шаман есть, я не буду подрезание резать, потому что шипы есть. Уберите эту хуйню раз и навсегда из своей головы. Каждый я вас перебью. Вот, Самаов. А зачем ты из фриза отдал, если он не ролил вещи? И там, короче, этот самый просто Айсфриз написал на BloodDK, а этот на PvP написал, что хочет на протовара на PvP взять эту пуху, короче. Ну вот. Блин, я бы на твоем месте отдал бы этому Айсфризу. Ему так-то нужнее, ему на мейн. А сам будешь раз собирать? Да, Олег соберет. Олег, будешь раз собирать? Только парику отдайте, он заслужил. Он там весь рейд один бил взрывом так-то. Да не, я так попытаюсь его удачу. А, ну... У Капара не одного взрыва за весь рейд. Ну, он просто на рубке. Ладно. Он кореш. Какой на усмотрение РЛА, по ролу смотрят, кому он нужен.